большой-большой привет! С вами Дарья Здорожная. И сегодня я вас хочу научить, как... Вот я знаю, есть такой тренд фрешер апельсины. Я не знаю, как он точно называется. Пишите в комментариях. Ну и так, в общем, давайте... Если вы хотите снять под это, я могу научить вас движениям, потому что я знаю, как это выглядит. Приготовьтесь, там есть 4 скорости. Начнем с первой. Первая скорость самая легкая. Первое движение. Прыжок. Прыжок. Раз. Два. Три. Четыре. Попробуйте еще раз. Только чуть-чуть молодцее. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Теперь давайте приступим к второй скорости. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Так, третья скорость. Хотя давайте повторим еще раз второе. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ладно, давайте еще раз. Только уже третьей скоростью. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И давайте еще раз повторим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично, теперь еще четвертая скорость. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.